Всем привет! Мотодом я перегнал в гараж, буду им заниматься немного попозже. А пока отпуск у нас не закончился, мы решили отправиться на нашем мопеде в небольшой дальничок. У Даши огроменный рюкзак, ну, надеюсь, что он не будет сильно ей мешать, будет на багажнике. Взяли пенки, у меня еще будет рюкзачок. Отправляемся в путь. В погоне за низкой ценой товара мы часто забываем о его качестве. Купил дешевые наушники на маркетплейсе и в конечном итоге переплатил, потерял бесценное время и нервы, потому что проработали они всего месяц. Для сравнения, срок службы беспроводных тюменских наушников Case Guru 4 года, цена от 5000 рублей, в разы выгоднее. У Case Guru каждые наушники с неповторимыми фишками, которые выделяют их среди конкурентов. В каждом тюменском наушнике по два микрофона ловят каждый тон вашего голоса и отсекают внешние шумы. Apple о такой начинке могут только мечтать. Работают биты месяц без розетки, если слушать по 2 часа в день. Радиус работы у битов 20 метров. Мощный Bluetooth сигнал ловит даже через две стены. CGPods Air Pro имеют четкий и громкий звук. Динамик значительно больше, чем у аналогов. Микрофон у Air Pro с того же завода, что и у Яблок. Тюменцы не жмут, не давят и не выпадают, в отличие от яблочных. А стоят CGPods в 4 раза дешевле наушников Apple. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Там вас ждет промокод DOM7 на скидку до 500 рублей. Ну все, мы уже на коне, а вернее на мопеде. Мы проехали на нем уже более 1000 километров. И за этот немаленький срок его эксплуатации, за такой пробег, он показал себя весьма неплохо. Мы едем на фестиваль, который находится недалеко от Кунгура, и называется он «Дыхание ветра». До самого фестиваля нам нужно проехать примерно 55 километров. С нашей скоростью это около часа пути. А еще самое главное, у Даши есть мотогарнитура, точно такая же, как и у меня. Поэтому мы с ней переговариваемся, обсуждаем природу и просто разговариваем на какие-нибудь темы. Это очень прикольно. И вот мы уже почти приехали. Справа течет река Сылва, а впереди вот такие удивительные горы. Солнце в небе, ветер в волосах, мопед рычит, как дикий зверь в горах. В рюкзаке палатка, спальники, еда. На фестиваль мы едем, где поет душа. Мопед мой верный друг на дороге, везет нас к музыке, везет к свободе. Поля, леса и Сылвы, берега. Фестиваль ждет, мы едем туда. Вдоль по реке, по пыльной дороге, пролетают мысли, как птицы в полете. Впереди музыка, костер и веселье. Будет круто, мы в предвкушенье. Мопед мой верный друг на дороге, везет нас к музыке, везет к свободе. Поля, леса и Сылвы, берега. Фестиваль ждет, мы едем. Вот мы приехали, получили браслетики. Все, идем. Идем располагаться, ставить палатку и встречаться с подписчиками, может быть. Я не могу, 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 я не мог
Фестиваль «Дыхание ветра» проходит в Кишерском районе. Это уникальное событие, посвященное искусству, экологии и культурным традициям. Проходит в живописном месте, на горе у реки Сылва, в окружении лесов, полей, что создает особую атмосферу. На фестивале организованы различные мастер-классы для гостей. Художественная ковка, лепка из глины, прядение на веретене, обучение игре на варгане и многие другие. Также в программе различные практики, йога. А ключевым моментом фестиваля является ежегодное открытие нового арт-объекта. Мы немного обошли уже фестиваль. Очень красивое место. Вот сейчас решили готовить ужин. Будем варить грибной суп со сливками, с сыром. Думаю, будет очень вкусно. Сережа говорит, что надувают шар. Уже надули. Так что можно... О, я его вижу. Класс. Так что можно будет прокатиться. Грибочки у нас собственной сборки и сушки. А теперь для сочности и нажористости добавляем сливки, плавленый сыр. Не забываем про соль и специи. Красота. Вообще. А еще Даша сделала вот такой классный салатик. Разузнаем, что там с шарами. И обязательно полетаем. Не видно конца очереди. Thank you.
немного отвлечем вас от просмотра этого крутого видео. Мы создали группу ВКонтакте и просим вас поддержать нас там и подписаться. В сообществе мы будем выпускать предыдущие ролики с путешествия на китайском трицикле, а также писать крутые посты с классными фотографиями. Так что, кто не видел наши первые приключения или хочет вспомнить, добро пожаловать. Ссылка в описании. Всем доброе утро. Мы уже проснулись, умылись. Доброе утро. Сейчас пойдем кататься на парк-трайке. Я хочу полететь. Очень давно об этом мечтал. Тем более место здесь просто замечательное. Покатаемся и будем готовить завтрак. Редуктор, да, и да, тут стоит два карбюратора. Вон там почти немножко переделаны, чтобы мощности побольше было. Ну понятно, да. Рама алюминиевая вся, да? Нет, титан. А, титан, да. Ну, еще легче. И легче, и прочнее. Прочнее, да. Солнце встало, день настал, ветер шепчет, приглашает в небеса, где нет преград, где душа моя взлетает. Паратрайк стоит, ждет меня, мотор светится в лучах, сердце бьется, счастье, радость, ожидание в глазах. Белый поет над рекой, над полями, над лесами. Птица над облаками, ветер в волосах и весь мир подо мной. Чувствую себя на вершине, чувствую, что я герой. Река внизу, ленты синие, извивается меж берегов, поля зеленеют в лучах утренних цветов. Птицы поют, приветствуя мой полет, мой взлет ввысь. Я лечу наяву, только небо рукой коснись. Первый полет над рекой, над полями, над лесами. Над облаками ветер в волосах и весь мир подо мной. Чувствую себя на вершине, чувствую, что я герой. Первый полет над рекой, над полями, над лесами. В синем небе я лечу, как птица над облаками. Ветер в волосах и весь мир подо мной. Чувствую себя на вершине, чувствую, что я герой. Да, вообще ощущения непередаваемые, особенно вот эти вот спирали, горки, подъемы, это
Очень круто. Повороты, закладывания. Ага. Всем рекомендую. Офигенно. Ну что? Все, ребят, по-моему, следующий проект будет на базе параплана. Я очень сильно загорелся этой темой, мне очень сильно понравилось. Ощущение непередаваемое, страх вперемешку с восторгом, с удивлением. А какие виды открываются на такой высоте? Хотя мы не так уж и высоко, в принципе, подлетели. Ну, там, не знаю, метров, может быть, 200 над землей было максимум. Но вот эти просторы, такая ясная погода еще сейчас, вообще просто красота. Надеюсь, что вам тоже понравились эти кадры, которые мы для вас смогли заснять. Вот мы и собрали лагерь. Сейчас понесем все вещи к мотодому, к мопеду. И поедем дальше на водопады. В палатке мы спрячемся от ночного дождя. Утро проснемся и снова в путь, друзья. Музыка, солнце, ветер и ты. Вперед к водопаду воплощать мечты. Мопед мой верный друг на дороге, везет нас к музыке, везет к свободе. Мы добрались уже до нашего последнего на сегодня места. Это водопад Плакун, находится на реке Сылва. Сейчас нам нужно перейти вот этот подвесной мост и пройти метров 200 до водопада. Я уже слышу, как он шумит. Надеюсь, что он в этом году мощный. Мы уже близко. Начало водопада. Рядом с водопадом растет вот такое вот вековое дерево. Очень мощное. В обхват, наверное, не знаю, 4 метра. Не, даже больше. А вот и сам водопад. Конечно, дождиков давно не было, поэтому он не такой мощный, как обычно. Но все равно. В наших широтах это редкость. Водичка ледяная, ключевая и очень чистая. Поэтому в Сылве водятся даже хариусы.
Возьмем с собой в дорожку немного ключевой водицы. Двигаемся на мопеде в сторону дома. Осталось, наверное, километров 25. За нашу поездку транспорт показал себя хорошо, без всяких поломок, приключений, происшествий, все обошлось. Получилось весьма насыщенно провести эти выходные, прокатились на мопеде. И мне очень нравится, несмотря на его небольшие габариты, небольшой двигатель, он вполне уверенно нас с Дашей и большим достаточно грузом везет по трассе, по проселочным дорогам. Так что путешествуйте, даже в пределах своего города, района, края, это очень здорово. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился такой формат нашего путешествия на мопеде. Всем пока. Чувствую себя на вершине, чувствую, что я герой.